сидя. Только сидя. Только, Господи, помилуй. Блин, окончание в первом такте. Следующий такт сразу, окончание. От соль, окончание. Нашли? Еще раз, окончание. Последние шесть тактов. Ясно всем, да? Это будет так 23-й. Оля, если я бы предпочел здесь только, чтобы использовалась часть сопрано, потому что мне гораздо важнее начало иже херувима, потому что больше ничего не будет. Понятно? После соль минора, соль мажор, сразу же. Я бы взял вторые сопраны и вторые альты, и этого было бы достаточно. Можно это? Последний аминь, можно, да? Вторые сопраны, альты и все мужчины. Аминь. Два.
Карандаши в руки. Карандаши в руки. Что касается, значит, процесса пищеварения, я думаю, что это, конечно, повлияло, безусловно, в первую очередь на интонацию. Но начнем сначала. Спасибо. Начнем сначала. Значит, приедите. Я, помнится, мне когда-то говорил вам, что есть императив здесь, да? Вы говорите, приедите, можете не приходить. Понимаете? Вот такое ощущение. Можете не приходить. Как? При. А слог первый. Приедите. Это первое. Альты. Это вы поете... Конечно, я бы сказал, хор голландских монашек в книжке Ифа и Петрова поет краше. Ну это что такое? Убогое пение. Потом этот скачок в этом самом такте. Третьем, да? Ну куда годится у первого альта? Ну это же такой шов. Вы ведь не позволите себе на вашем платье сделать такой шов, чтобы он был виден, да? Вы сделаете красиво, а здесь вы делаете кшале-валяй. И потом вот это... Он голландский. Нет, это хуже монашек. Просто хуже. Хуже. Что касается интонации, началась она с... Вот... Ну да, седьмой-восьмой так. Здесь пошла интонация сквернейшая, а главное, совсем пение другое, ненужное в этом номере. Пожалуйста, приедите, весь кусок, сидя. Но мне нужен императив. Я виноват, наверное, да? Хорошо. И еще тише, и еще тише. О. В отличие от трепетной лани, вы поете сзади. На кого похоже, сами соображайте. Вы поете сзади по артикуляции, пульса никакого нет. И потом у вас нету смысла слова, приедите. Вот у них есть смысл слова, а у вас так сольфеджио. Да. О! Вот! 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 Прекрасно, теперь только будь любезна, нарисуй себе вожжи, да? Понятно, к чему веду речь? Ну, да в чем дело? На самой неудачной букве у вас будет кульминация. На самой неудачной. О Христу. У, да? Ну, для этого надо что сделать? Сэкономить там динамику. Шва, чтоб я не... Вот это живой был звук. Придите, я понял, что это люди. Люди поют. Спасибо. Понятно здесь, да? Все. Дальше. Спаси нас, сыне. Ну, императив, будьте любезны. Спаси нас, сыне. Что? Это же чепуху поем. Ну, раз, два, и. Спаси нас, сыне Божий. Вот это нет. Вот здесь нарисуй себе. Вот здесь нарисуй себе. А, твердая атака. Аллилуйя. Этого не может быть. Твердая атака. А, потому что время. Па-пи-пам. Басы, не совсем было удачный волтерновый ход. Ди-та-ди-ро-ла-ли. Пожалуйста, волтерновые эти ходы должны быть хорошие. Золотое же называют. Прошу. Баси на сцене. Всем понятно, что хочу, да? Раз, два, и... Спаси нас, Сыне Божий, воскресись мертвых, пой,
надо не удержать все-таки аллилуху, да? Не удержались от конца третий такт. Там не может быть такого, не может быть такого. Надюш, понятно, да? Пойдем дальше. Ну, это полная ерунда, конечно, вот это, Господи, спаси благочестивое. Это полная ерунда. Сережа, по двум выглашениям, если бы немножко доброты вложить в вашу реплику, а? Вы понимаете, вы извините меня за это, но вот у меня такое ощущение, кто палку взял, тот и капрал, помните? Вот такое, понимаете, вот такое немножечко есть ощущение капральского дела. Пожалуйста, доброты вы желательно. Перед, и что-нибудь в этом духе. Прямо вот, вот такое ощущение. Задавлю, вот, не надо. Ну, ерунда полная. Единственное, что было хорошо, это, о, Господи, вот первое слово мне понравилось. А дальше чепуху. Пожалуйста. Да, будьте любезны. В этом случае, Илья, пожалуйста. Господи, спаси благочестивые. Между нами. У меня с первой секунды возникает внутри меня пульс. А у вас нет. Вот в этом разница. Вопросов нет. Ладно, да? Чуть-чуть вторую часть будет, да? Вот первую часть я принимаю, а вторую часть надо чуть-чуть подвинуть. Понятный разлад, да? И потом чуть-чуть поспокойнее. Не надо, вот там это есть немножко такое надрыв теноровый. Не надо, не надо. Пойдем дальше. Что касается Святой Божией, ну, все время сзади меня. Вот это вот ощущение ритуального какого-то действа. А вы поете ноту. Нет, действо. Ясно? Теперь по поводу моей роли. Двух восьмушек достаточно? Достаточно. Спасибо. Спасибо. Здесь, понимаете, какая штука? Это написано для ведь мальчишек. Поэтому немножечко посветлее вот это. В отличие от того, что делают басы, вы должны петь чуть-чуть более светло. И не альтом, а таким светлейшим звуком. Только бат тихо. И, простите. Спасибо, я виноват. Еще раз, пожалуйста. Еще раз. И. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный. Святый Боже, святый
Обригато. Спасибо. Можно и свет Господи. Святый, да? Вот продолжай, Альда. Прямо же мажор тут. Интонация в этом месте скверная. Будьте любезны, исправьте, пожалуйста, а тре мажор еще раз. Внимательно. Ла, раз, ла. Спасибо. Дальше само пойдет, будьте любезны, после кульминации, там, где баритон с тенором. Аллилуйя. Да? А, и. Дальше идем. Благодарю вас. Значит, Сережа, пометь себе, вот уже не первый раз. Дальше номер прошел. Что касается Херувимской. Вы знаете, я боюсь, что я бы закопался сейчас. Вы хотите первую часть. Вторая часть, ладно, проскочит, потому что там все орут. А вот в первой части, понимаете, вот этой ажурности этой нет. Вы начинаете петь громко. Басы внизу стараются петь, как кариатиды. Не надо. Я очень прошу вас. Ну, нежнейший. Оля, подскажите, какой там шерсть самая тонкая? Ну, какие платки вяжут из какой-то тончайшей шерсти, ажурные. Их пропускают через это самое. Ну, ладно. Дальше дело вкуса. Хорошо. Вот мне нужен ажур. А главное движение. Вы поете... Понимаете, стоячее дело. Нету движения. Пульсат, прошу. Раз, два, три. Я вас нежно целую. Идеально. Почему вы все время вступаете? Пам! Ну почему вы не продолжаете? Я сколько раз прошу. Ну спойте ноту уси, от них возьмите, чтобы потом было легче петь. Ну, пожалуйста, родой, вы возьмите си и так далее. Прошу. Два. Молодцы. Это чуть-чуть низковато. Позиционно. Два. И. О! Мод! Мод, молодцы!
спасибо. Ну, и так все, ладно? Помните, как в этом анекдоте новобрачная проснулась утром, а он несет ей в постель чашечку кофе? Она посмотрела, улыбнулась и сказала, вот чтобы так было каждый день. Вот поэтому каждый дальнейший так был бы так же. Ясно, да? Все, верую. Кто возглашение делает? Да, кому там нужно вместе сесть, пожалуйста, переход будет, я время дам. Пожалуйста. Желательно стоя. Для уважаемых гостей. Тишина. Если быть придирчивым, две вещи. Первое, это не торжественно, а это очень резко и назидательно. Это первое. Второе, интонация у вас меняется в связи с изменением объема звука на гласный О. На гласный О. Как только вы поете О, моментально ниже, чем надо. На это обратите, пожалуйста, внимание. Прошу еще. Дайте там.
поклоняться. Спасибо. Сразу по поводу... Спасибо, садитесь. По поводу солистов. Солисты поют, с моей точки зрения, не унисонно и не без плеча. Поете каждый по отдельности, и получается, что одна и та же буква звучит по-разному. Поэтому я бы попросил всех солистов все-таки порепетировать, чтобы это было зузамман и было бы точно. Теперь я возьму другой метод. Не... Так, подскажете, когда Тимофеевич? Да, как? Через сколько? Через сколько? Семь. Через 7 минут. Значит, будьте любезны, откройте нотки, и я буду идти, а вы помечайте себе. Помечайте, потому что вы нас многое делаете не так, как надо. Многое делаете не так, как надо. Прошу. Лена, подыграйте мне, пожалуйста. Здесь нормально. Некоторые забыли. У единого Бога Отца и Вседержите. Подхват дыхания. Творца небу я. Да. А дальше что происходит? Ти-папа! Триольки нету. Точно ти-па-пам-пам-пи. А потом нету дуоли. Поэтому получается ерунда здесь. Пометьте себе это. Ти-па-пам-пам-па. Ясно? Идем дальше. Видимым же всем и невидимым, да? Дальше идем. И во единого Господа. Что делается? Иисус. Не медленнее, а значительнее. А медленнее делать нельзя. И во единого Господа Иисуса Христа и Сына Бога. Не пугай дальше бас. Понятно? Пугаешь всех. И потом по единорог. Вот это вот звук замечательный, конечно, но не для сцены. Раз, два, три. Единорог. И чуть-чуть пореже от Отца, прежде всех. Свет! Дальше, дальше, дальше. Под
подпевай, подпевай, подпевай. Чело. Шепот. Шепот. И друг вдруг. Внимание! Тап-пап-пап-э! Спасибо. Это место еще. Значит, солисты. Пам-пам-пам-пам. А потом погребенно пианиссимо. Прошу прямо с баса. Нас ради... А, и... Нас... Стоим... Вот на этом месте у сопрано, у тенора непременно нарисуйте себе длиннющую лигу до конца, потому что вы все время делите на кусочки, а это одна линия. Будьте любезны, и паки грядущего. Альты, мне нужно звонкий альт. Не громкий, а звонкий. Святую. Это под себя. Воедину. И... И шепот, говорков. И тишина, тишина. Это место, Лена, исповедую.
Спевайте, слушайте. Я на два хочу перейти. Пожалуйста, помогите мне перейти на два. Три. Но, бат, спокойно. Не торопитесь, не суетитесь. Мне нужна ваша громкость, мне нужен ваш ритмический рисунок. Понятно? Ритмический рисунок, а не громкость ваша. Исповедуй, твой. И нет! Диминуэт! И недремлющий бредет сказал спасибо вам. Все. Thank you.